смотрите, интересно понять, от чего зависит власть человека. Власть – необходимая вещь предприятия. Власти нет, предприятия нет. От чего зависит власть? От правильных мотивов, я уже сказал, раз. От правильного поведения, два. Учитесь вести себя правильно в коллективе. Правильное поведение означает нет злобы. Вот как определить, что такое правильное поведение? Нет злобы. Означает самоконтроль. Смотрите, приходит человек, он наглеет, ведет себя плохо. Нужно ли его выгонять? Возможно. Нет, выгонять человека не означает злоба. Не означает злоба, это означает необходимость. Но человек должен это понять, поэтому надо его вызвать. И спокойно, понимаете, сдержанно ему объяснить, что я, к сожалению, не могу тебя оставить в коллективе. Это не значит, что выгнал ты его, выгнал навсегда, не значит. Но если он пришел назад, ему надо очень строгие условия поставить, еще строже, чем было раньше. Можно взять на испытательный срок в очень строгих условиях, держать этого человека в постоянной строгости. Эта строгость поможет не только ему, но всем. И все увидят, что руководитель неплохой человек, он хороший, просто он не любит без бардака, без порядка. Хочешь работать – работай в порядке, правильно. Допустим, человек нарушил. Что этот руководитель может сделать? Он может вызвать его и спокойно наказать, сказать: у тебя будет меньше зарплата, но я тебя люблю. Он скажет: ты меня не любишь. Надо со мной разговаривать спокойнее, иначе будет еще хуже. Знаете, руководитель должен уметь себя правильно вести. Это означает, что он не злится. Сила в чем заключается человека? В том, что он умеет любить.